Ему сказать: друзья, добрый, это же день. Да ну что, дураки. Нет, что давай. Друзья, добрый. День. Друзья, добрый. День. Да ну, друзья, всем привет. Да подожди еще, я не готова. Шею разминает. Друг, дей. У, и, а, о, а, а, и, а, а. Все поехали разводить. Людям-то нам надо рассказать, что мы тут собрались. Ну да, рассказывай. Четко, весело, задурно. Сейчас мы объединяемся. И каждый я думал, что я достаю тебе дать. Не, я буду доставать из твоего подарка, ты из... Нет, я хочу сама доставать тебе давать. Пойдем, давай. Короче, договорились обняться мешками. Ты клоуны какие-то, друзья, добрый день. Я просто рукой махаю, все нормально. Мы не клоуны, понятно? Понятно. Пиши смотреть. Друзья, всем привет. Сейчас мы с Оксаной будем делать друг другу подарки, но не простые, а с одним или даже с двумя условиями. Первое. Эта общая сумма не должна превышать 1000 рублей. А их количество должно быть не менее 5 штук. Вот. И вот это подарки, которые сделала мне Оксана. Это подарки, которые сделала мне Гена. Ну, мой пакетик, конечно же, больше, потому что я знаю... Потому что он взял побольше коробки. Маркетинговые фишки, конечно же, я знаю, поэтому... Так, ну что, поехали? Давай, ты будешь первая? Или давай мы с тобой? Мне страшно. Давай, как там? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Как всегда, блин. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Опять. Ну все, давай, доставай. А я достаю? А я должен доставать, что ли? Ну ладно, давай я достаю. Нет, давай я достану. А, давай ты. Я вот хочу достать самую большую коробочку. Не надо. Только не самую большую. Мне кажется, она самая там интересная. Я приготовил ножницы, чтобы Оксана сейчас полчаса не открывала коробку. Мне как открывать? Красиво или... Открывай по-всякому, потому что я ее заматывал очень по-жесткому. Там нет такого, что ты там где-то там разрезаешь. Так... Блин, мне страшно. Что мог подарить этот мужчина мне? Мне страшно от того, как она рвет эту упаковку, которую я очень старательно заматывал. А, ну эту коробку я сам даже делал. Ай, смотри. Так, а в этой коробке, как бы, это не подарок, да? Ну, коробки я брал вообще типа левые, поэтому, естественно, они не от подарка. Ну, бери ножницы, ножницами. Да сам ты не. Господи, пушистик, я его не делала. В магазине. Я хотела где-нибудь то же самое взять. Оксана, в общем, не любит ходить в шапках, и мне, я переживаю за ее здоровье, и хотел, чтобы... Вот, а теперь расскажи, как это одевать? Надевать. И хотел, чтобы когда ты ходила вот на улицу, ты ушки свои закрывала. Вот, классно же. Тебе нравится? Нравится. Просто когда я подходила, там девушка тоже их такая мерила, такая говорит. Она, видимо, тоже так же их не развернула, такая что-то поставила, какая-то фигня какая-то. Они, видимо, решили, что для маленьких детей. Да, я тоже думаю, какая-то фигня. Хотя я хотела такие же взять тебе. Ну вот, так скажем, если бы я взял такие подарки. Круто. Он... Мне нравится. Угу. Зачет. Ну, отлично. Так, ну что, теперь моя очередь. Вращайте барабан. Сектор приз на барабане. Сколько денег? 1000 рублей, и мы не открываем коробку. Давай, приз. Сколько денег? Что ты там? Что ты достал? А, я знаю. А оно нет, не поломается? Этот подарок я уже сама поломала, пока упаковывала. Ну, нет. Упаковка пострадала чуть-чуть. Господи, как он там? Не, ну пушистики как? Мне нравится. Угу. Да это коробка просто, что ты читаешь. А я только думаю, Made in Korea, думаю, что-то такое хорошее. Ага, за 200 рублей. За такие деньги, да? Ой, господи. Да сразу дырку. Вот.
Это намек, что в нашей машине пахнет не очень хорошо, да? Да, мы даже сняли ролик, где я говорю Гене, что у нас невкусно пахнет в машине. Ну ладно, я... Ты почувствуй это, пробник вот здесь дырочку. Да, ну-ка. Вот нюхай. Нет, просто нюхай. О. Запах. Black opium. Я только видишь, когда упаковывают чуть-чуть. Ну ладно, не важно. Так что обязательно повесь. Собаке тоже, наверное, понравилось. Так, ну все, ну, скажем так, мне нравится. Так, на меня смотрит вот такой стручок. Я хочу открыть его. Да, это мощно, конечно, замотал. Вот я взял специальные ножницы, чтобы тебе... Не, было это. Ну, Юшу не видно. У нас собачка тоже интересуется. Так, ну там уже не буду разрывать. Все коробки запакованы тщательно, таким образом, чтобы не чтобы сразу... я не смогла открыть. Просто так. Я надеюсь, что Оксане это понравится. Ну, это не бухло. Это нельзя пить. Оксана... Не для душа. Оксана не пьет, а хотелось подарить ей что-то такое спиртное, бутылочку, и вот как раз... Вкусняшка. Ну, типа Джека Дэниелса, только, только гель для души. Вкусняшка, спасибо. Еще один хороший подарок. Надеюсь, что хорошие подарки еще остались. Так, опа-па-па-па-па-па. О, конфетки. Ты что, подглядывал, что ли? Ну, а что это может быть? Куда ты знаешь, что это блин, конфетки? Блин, это еще конфетки. Конфетки, блин. Да какие... Сосалки новогодние. Новогодние сосалки. Теперь... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь 8 дней, да, или месяцев я могу сосать. Да. Каждый раз по одной палочке вот такой. Спасибо. Вот так вот. Яблочко. Ага. Полезное. Спасибо. Классный подарочек. Давай, теперь ты. Такое легкое что-то. Легкое. Воздушная. Я даже не помню, что там такое. Я уже забыл, что я там подарил. Так, а давайте поиграем в экстрасенсы. А давай, кстати, да, поиграем. И, кстати, я тоже с собой сейчас поиграю. Так, я вижу там, что я вижу. Из какого материала? Там дерево, что там? Там пластик. Корейская косметика написана. Там пластик. Пластик. Да? Пластик? Ну, я не помню. Я не помню, что там такое. Мы когда поехали, Оксана говорит, долго не ходи, чтобы все быстро сделать. Там какой-то мяч круглый. Да? Господи, вырывай уже там. Да, пожалуйста, жопа, я вижу какую-то жопу. Ну вырви коробку. Я вижу мохнатую жопу. Это белочка, это да, белочка, да? Вот капец, да, ребят? Вот посмотрите, что это такое. Белочка, ку-ку, я пришла за вами. Ребят, на самом деле это женское портмоне. Оксана видит белочку уже. Кошелек. Вы тоже видите белочку, я понять не могу. Так и жопу. Ну это кошелек вот тут. Вот сюда денежки, вот сюда денежки открываешь и денежки вкладываешь сюда. Какая белочка, ты че? Прикольная. Чтобы белочка к вам не пришла, чтобы к Оксане не пришла белочка, я решил ее привезти. Тебе нравится? Очень. У тебя, блин, прикольные подарки, мне кажется, фигня. Так. О, да. О, это бутылочка, которую надо пить, и сегодня я ее буду там пить. Там сильно не махай. А, да? Господи. Что там такое? Мне уже руки трясутся. То, что ты хотел давно.
Это что такое? Что это? Что с этим делать? Не понял, подожди, что это такое? Это что такое? Травки полезные. А это не мыться ими надо? Нет, надеюсь. Я тоже надеюсь. Это травки заваренные, капельки полезные. Это травки, это капельки добавлять, которые нужны в кофе. Капельки утром добавляешь, да, и все, у тебя весь день веселый происходит. Хорошо. Понимаешь? Там травки просто. Ну, спасибо. Сейчас же холодно, там морозы. Травку немножко там это попробовал. Ой, что это? А сколько ты подарков к нему? Три? У меня осталось еще три. Так, а ты думаешь, там что? Я вообще не знаю. Ну, давай ты выкладывай. Вот уже выход. Набор тоже. Полотенце какое-то похоже. Полотенце. Носочки. Чтобы ножки были в тепле. Вот эти вот классные носочки, они такие приятные на ощупь. Их можно даже на руки одевать. Красиво. Да? Да и тут написано даже что-то. Тут написано never give up, что в переводе обозначает что-то хорошее. Если бы я прошел сегодня урок английского, я бы наверняка бы знал, что там говорится. Собака интересуется. Да ты носки, дурень, да ты что? Так, ну что, теперь я дальше поехал. Еще один хороший подарок. Так, маленькая коробочка. Ну тут, надеюсь, не зажигалка будет, там не спички, я не курю. Нет, это то, что... То, что надо мне, это то, что надо всем. Это надо тебе постоянно. Гена все время говорит, я ее опять не купил. И потом начинает бегать по магазинам и искать. Туалетная бумага, что ли? Вот, да, как вот произойдет такая ситуация, он такой, опять не купил, и бегает везде. Ищет это. Господи. Батарейки, ура! Теперь у меня есть батарейки. Для чего они батарейки? Для чего эти батарейки? Для чего эти батарейки? Ну, для брелка, что ли, для машины? Для машины. Ты все время идешь в машину, у тебя садится этот, и ты начинаешь бегать, искать по улице, где купить батарейки. Полезная вещь, спасибо. Такое уже было много раз. Давай, дальше поехали. Мне не очень нравится. Это полезный подарок. Почему не очень нравится? Ну, то как-то так. Не, ну, я не понял, что ничего батарейки, сейчас понял. Для машины. Все, я понял. Ты же конфетки, что ли? Это подарок от Оксане. Вот сейчас он прям понравится, и смотрите на ее реакцию. Прям. Да там аккуратненько, не сломай. А на лбу звезда горит. Ну, просто Оксана любит все блестящее. Блестяшка. И вот она, когда эту блестяшку увидела в магазине, она прям такая, ой, блестяшка, я еле оторвал, потом думал, на, ладно, подарю. Спасибо. Кстати, подходит тут. Потом ее куда-нибудь повесишь там. Спасибо. Так, теперь я следующий подарочек беру. Тут остались две коробочки, маленькая. Ну, ладно, я сейчас самую маленькую возьму. А большую оставлю напоследок. Я тоже уже забыла, что. Нормально. Внимание! Рекомендуем вам проверить сохранность товара при получении. Я не помню, что там. Сейчас проверим. Просто когда я себе всегда делаю маски, Гена тоже говорит, ой, мне бы тоже вот масочку кто-нибудь сделал. Вот, я тебе взяла, я тебе ее сделаю завтра. Спасибо. Утром. Спасибо. Я тебе сделаю, ты проснешься уже, потом будешь красивой. Потом снимешь меня в этой маске. Да. Главное, не испугайся потом. Потом. Ну, потому что ты омолодишься, знаешь, для увлажняющих. А, здесь для тому, кому за... 50.
Зачем ты это всем рассказываешь? Все, давай. Так, все, заключительная часть. Это Рафаэлло. Капитан Очевидность прям. Ну, прям Рафаэлло. Это не Рафаэлло, это коробка из-под Рафаэлло. А что там внутри? Это Рафаэлло. Ну что-то сладкое. Ты же по-любому должен купить сладкое. Ну вот, будем вместе сосать. Новый год уже. Новый год это всегда сладенькое что-то. Я же грузом поеду. Я люблю Рафаэлло. Ну господи, ну что, за что ты их так? Ну что там, не открывается что ли? Ты мне ножницы для чего такого? Так, ну интересно. Да? Ты хочешь убедиться, что это точно Рафаэлло? Вдруг там кольцо. Или кольцо. Какой-нибудь конфетки спрятаны. Сейчас я съел все. Беру. Отгадала. Рафаэлло. Так, ну все, теперь... Остался подарочек у меня. Так, у меня же там не осталось добыть. У Гены остался один подарок. Он вот тоже его подарок. Очень сильно хотел. Всегда так проходил мимо и говорил: я так хочу это выбрать. Я так хочу это выбрать. Что это? Он подходил и говорил: будет тебе на Новый год. Носки, что ли, новые? Зачем ты эти дырки-то за это заклеила? Я сейчас себе что-нибудь порежу. Ой. Носки. И не одни, тоже двое. Вот я Крисмас. Оксана, видимо, догадалась, что если я ей подарю двое носков, то одни могу забрать себе. Она решила сделать мне ход конем. О, ребят, все, теперь я буду сниматься вот в этих новых красивых носочках. Да, Дед Морозом есть какой-то надпись. Классно, спасибо. Так, какой подарок тебе понравился больше? Ну, не знаю, мне все понравились подарки. Если ты спросишь, какой тебе не понравился, я скажу, ну, такого нет, мне все нравятся подарки. Но они как бы все нужные. Особенно ну, да. Белочка. Особенно Белочка, это вообще... Ну, на самом деле, это кошелек. Оксана продолжает видеть Белочку. Так, ну мне, слушай, мне тоже понравились все подарки. Я даже не знаю, какой понравился больше подарок мне, потому что они все хорошие. Начнем с этого, да? Подарки все хорошие. И вот даже я не знаю, какой выделить-то. Ну, давай каждый выделит один подарок. Ну, вот я даже не знаю, что выделить. Ну, наверное, вот я не знаю, вот это, наверное. Сосалки? Что ли. Сосалки, хорошая маска мне нравится. Батарейки тоже очень полезный подарок. Ну, и настойки, естественно. Да, но, к сожалению, вот такие уже пустых я не нашла. А это, подожди, Это настойка трав. Ну, ты давно хотел. Естественно, настойка. Я потому что люблю травы лечебные, я не увлекаюсь. Да, да. Да, вот, все. Это для... Ну, все вкусненькое только. Пишите в комментариях, какой вам подарок больше всего понравился, и как вам эта идея, и насколько она вам показалась интересной, и будете ли вы применять ее в своей жизни. Пока-пока. Пока-пока-пока. Пока-пока. А я Белочка с кошелком. С кошелком. Белочка, вот забирай бутылочку с травками и иди. И давай в лес.